Это история человека, который всю жизнь находился в войне с самим собой. В нем уживался наивный романтик с холодным и расчетливым прагматиком. Он был всенародно избран президентом США, но подверг сомнению сам смысл этого слова. Он изменил весь мир, но предал идеалы собственного народа. Компания West Video представляет: сэр Энтони Хопкинс в фильме Оливера Стоуна «Никсон». Однажды маленький мальчик стал свидетелем чудовищного преступления. Через 30 лет он вернулся домой. Но он вернулся домой не один. Вслед за ним пришли ночные кошмары. Силы ада ринулись в бой за обладание человеческими душами. Пока добро побеждает, но они возвращаются снова. Компания West Video представляет фильм по роману Стивена Кинга «Иногда они возвращаются снова». Все началось в Нью-Йорке. Затем настала очередь Оклахома-Сити. Теперь ракета с ядерной боеголовкой должна была упасть на Вашингтон. Судьба всей планеты оказалась под угрозой. Два человека, одинаково обученных, одинаково подготовленных, но один из них переступил черту. Наступило время решающей схватки. Компания West Video представляет Фрэнк Загорино и Джо Лара в фильме «Боеголовка». Crimes committed to get drugs. Доктор Дэвис всегда боролся за жизнь других. Теперь он вынужден бороться за свою. Доктор Дэвис вступает в неравную схватку с всесильным королем наркобизнеса. Став человеком без имени и без прошлого, он пытается остановить эпидемию наркотиков, грозящую уничтожить целую нацию. Компания West Video представляет Джефф Уинкотт в фильме «Когда пули попадают в цель». Мартин вырос среди гангстеров. Все, что он знал, была жизнь на улицах, жизнь в мафиозной семье, жизнь среди преступников. Все внезапно изменилось. Спасая друга, Мартин убивает сына крестного отца нью-йоркской мафии. Среди каменных джунглей Нью-Йорка Мартин находит свою любовь, но стрелки Дона уже близко, и кровавый финал неотвратим. Компания West Video представляет Костас Мэндела в фильме «Мафии вопреки». Он выглядел обыкновенным фермером, но владел тайной регенерацией и сверхсилой. Когда секретные агенты не смогли заставить раскрыть его секрет, был осуществлен следующий план. Приемная мать Билли превращается в Электру, в сверхвалькирию, которая овладевает этим секретом. Теперь Билли и его девушке предстоит победить неуязвимую и непобедимую Электру. Компания West Video представляет звезда плейбоя Шеннон Твит в фильме «Электра». Спустя месяц после свадьбы отца, Шон остается с мачехой один на один. Компания West Video представляет психологический триллер «Поцелуй вдовы». Фильм, который так долго ждали. Компания West Video.
и Клайв Баркер представляют «Восставший из ада 4». Добро пожаловать в ад! Компания West Video представляет. Анна Николь Смит в супербоевике «Небоскреб». Бесстрашный пилот вертолета, спасая человечество от применения смертельного звездного оружия. Высокая технология, спрятанная в небоскребе, и вооруженные до зубов бандиты оказываются бессильными перед бесстрашной женщиной. Компания West Video представляет. Анна Николь Смит в супербоевике «Небоскреб». Компания West Video представляет увлекательную комедию «Двое. Я и моя тень». Говорят, что у каждого человека на Земле есть двойник, рожденный в одно и то же время, в одной и той же стране. Две абсолютно одинаковые девочки ведут совершенно разную жизнь. Поменявшись местами, они наслаждаются новой жизнью, помогая взрослым лучше понять самих себя. Компания West Video представляет увлекательная комедия «Двое. Я и моя тень». Компания West Video представляет Мэри Луиза Паркер, Джон Туртурро и Элиас КТС в гангстерском боевике «Любовь и мафия». Странный и непонятный любовный треугольник. Очень трудно выбрать между двумя мужчинами, если один из них – босс чикагской мафии, а другой – его лучший друг. Компания West Video представляет гангстерский боевик «Любовь и мафия». Компания West Video представляет Билли Зейн, Роберт Дауни-младший и Рон Силвер в боевике «Опасная зона». Сможет ли кто-нибудь предотвратить гибель тысяч людей? Сможет ли простой инженер противостоять профессиональным убийцам? Смертельная схватка в опасной зоне. Компания West Video представляет Билли Зейн, Роберт Дауни-младший и Рон Сильвер в боевике «Опасная зона». Его жену сбили на бензоколонке. За убийство пьяного водителя Фрэнк был заключен в тюрьму. В тюрьме он становится случайным свидетелем зверского убийства заключенного. Чтобы спасти свою жизнь, Фрэнк совершает побег. Но в скорости он понимает, кто в действительности стоит за преступлением в тюрьме. Он должен найти настоящего убийцу, прежде чем убийцы найдут его. Компания West Video представляет звезда рестлинга Родди Пайпер в фильме «Меченый». Однажды обыкновенному среднему американцу сообщили: «Вы должны штату Флорида 147 тысяч долларов». Под страхом тюремного наказания. Мартин принимает решение. Он бежит, но никуда глаза глядят. Он бежит снимать кино. Мартин Меркхайм решает полностью изменить свою жизнь. Для этого надо сделать одно. Экранизировать роман доктора Лютера Вакслинга «Дэниел Стронг». Компания West Video представляет. Кристофер Уокен, Гриффин Данни и Розанна Аркетт в черной комедии «Найти и уничтожить».
где-то в Южной Америке 6 командос расстреливают свадьбу. Но их лидер Вайл решает прекратить свою специальную работу для специальных служб. Лучший ученик Вайла должен остановить своего учителя. Два воина выходят на линию огня. И когда солнце скроется за горами, они останутся вдвоем. Компания West Video представляет: Майкл Паре и Гэри Бьюзи – воины. 1 июля 1997 года истечет срок правления Великобритании в Гонконге. Новым владельцем Гонконга станет Китай. Герой Роберта Патрика должен нанести свой последний удар. За его голову объявлено вознаграждение в 10 миллионов долларов. Его преследуют боевики Триады, убийцы корпорации и собственные боссы, предавшие его. И есть только несколько людей, на чью помощь он может рассчитывать. Компания West Video и Trimark Pictures представляют: Роберт Патрик, Брайан Джеймс, Минг Науэн в боевике «Гонконг 97».